Эмоциональные блоки, они выходят через тело, они выходят слезами, они выходят отрыжками, рвотой, они выходят зевотой, смехом. В общем, проявления всякие разные, потому что непонятно, как ты их зажал в теле. И вот какие нейронные связи у тебя там сложились, что получился вот именно вот такой блок. Поэтому с каждым человеком происходят совершенно разные штуки. И предугадать заранее, как это будет происходить, практически невозможно. Угу. Такое ощущение, как будто вот боль нереальная. Но вот после как раз, наверное, этой боли и наступает вот это умиротворение, новая жизнь. То есть вот как-то так, наверное. Наверное, это какие-то страхи. Просто они выходят. И все. И физическая тоже была. Было очень больно. Но это стоит того. И пока ты с тела вот этот блок не уберешь, ты будешь реагировать всегда на одну и ту же ситуацию одинаково. Когда ты это убираешь, тогда твои реакции меняются. Тогда ты можешь быть терпимым, там, любящим. А если ты весь заблокирован, если все тело спазмировано, ни о какой энергетике и любви вообще речи быть не может. Меняется мышление человека. И меняется не из-за того, что он что-то понял или там ему что-то рассказали. А просто приходят такие внутренние инсайты, прозрения какие-то свои.